на акварельных Моранди, на композиции, я вам рассказывал на примере его живописи, акварели, афортов, рисунков, в основном живописи, о том, как бы я хотел, чтобы мы строили свою программу по обучению композиции. Мы говорили о живописи, и в этот раз я хотел бы продолжить говорить о Моранди в связи с, на самом деле, с программой по рисунку. И привел пример я его, потому что, в общем, это человек педагог, всю жизнь проживший в Болонье. Мне был задан вопрос на прошлом занятии, какое у него было образование, но я помнил, что это Болонская академия художеств. Я помню, что он поступил в 1907 году в Болонскую академию художеств. На самом деле, закончил ее он или не закончил, я на самом деле, в общем-то, не знаю, и поскольку итальянского языка тоже не знаю, ответить на этот вопрос, честно говоря, не могу. Ну, как ни странно, вот этот вопрос образования, он, может быть, нас так мучает и вас так мучает. Я все-таки закрою дверь, потом шумно. Вот он нас так мучает в связи с вашим будущим, в связи с тем, что вам надо учиться. Ну, может быть, я как-то вот отвечу на него по-другому, что вот по большому счету, если говорить об учителях, о Моранди, то вот пишут о том, что и Моранди воспринял уроки Поля Сезанна по черно-белым репродукциям. Конечно, он не мог видеть оригиналы, но вот в те годы, на начало 20 века, достаточно было просто увидеть репродукции. Конечно, он видел все шедевры Возрождения, Джотто, Пьеро делла Франческо, Шардена, Сурбарана, натюрморты. Вот какие-то такие абсолютно классические вещи, которые глубоко входят в художественную плоть, в память. И, может быть, вот это, мне кажется, очень важно было бы и нам понять, что такое образование. Во-первых, какие-то все-таки общие фразы скажу, некоторые мысли. Мне тоже как-то попалась одна мысль, когда я был еще молодой, что самое главное, чему надо научиться в учебном заведении, это надо научиться учиться. Вот это вот такая, пожалуй, очень важная вещь для нас, для всех, что я бы вот предложил вам тоже не делить вообще свое образование на какие-то этапы, на учебные заведения. Ну и, может быть, вам и не встретится учитель реальной жизни, как, например, встретился Рембрандту, которому посчастливилось работать и учиться с выдающимися мастерами. Но Джорджо Моранди вот так получилось, что он сам как-то все воспринял, сам переработал и уроки импрессионистов, и уроки Карло Каррады, Кирико, Сурбарана, Шардена, Сезанна. Вот это, мне кажется, очень важно, чтобы мы искали близкие нам векторы, движения, направления людей в истории искусства, оглядывались. Если нам никто не попадется в жизни, то это не значит, что мы не должны никем становиться. Все равно мы должны найти себя, должны найти свой путь и каждый день учиться в любом возрасте до самого последнего дня. Я помню, вообще я записал как-то для себя такую мысль, что я не учитель, я ученик, я вот так себя ощущаю. Мне кажется, что вот это наша жизнь, это наша история, в которой мы все пребываем, все, что с нами происходит, это такое чудесное приключение, которое с нами случилось. Мне кажется, вот рассматривать так происходящее очень плодотворно. И, может быть, поэтому я как-то вот так без особой требовательности к вам отношусь, потому что никогда не знаешь, что когда сработает, кто на кого оказывает влияние, и, может быть, и человек яркий, но он не оставляет на тебя никакого впечатления, не оказывает на тебя никакого влияния, поэтому амбиции педагога тоже, мне кажется, надо воспринимать очень взрослые и трезвые. Вот.
Коротко все-таки скажу о том, как бы я вам предложил строить вот ваш образовательный процесс. Ну, конечно, начиная все-таки от средней школы. Мне все равно, на самом деле, как бы мы это строили, школу, училище или даже вуз. Но, по большому счету, мы должны всегда начинать с опытов, связанных с исследованием материала. Материала, который, по сути, является... Да, прошу прощения. Да, прошу прощения. Было шумно. Материал, из которого мы и лепим наше живое. Вот, может быть, еще одна история, которая как бы совсем ушла из зоны нашего внимания, то, что вот восточным искусством называют живым. Вот мне думается, что произведение искусства вообще, пусть и учебное, все, что вы делаете, все, что мы создаем, должно быть живым в первую очередь. То есть продолжением нашей личности должно оказывать очень сильное впечатление на зрителя. И здесь уже тоже нельзя говорить о том, что человек сделал в каком-то возрасте совсем юном. Я вот так, как и раньше, так и сейчас, вот не делю произведения на неучебные, там какие-то еще. Мне как раз интересны очень ранние вещи и, наоборот, поздние, когда человек начинает, он более открыт, когда человек заканчивает, он более открыт. Мне, например, очень нравятся вот эти вещи. У Сарьяна нравятся, у Пикассо нравятся, у Моранди тоже, на самом деле, нравятся вещи ранние и поздние. Поскольку вот был задан вопрос, на самом деле, ученических вещей я у Моранди так и не нашел, вообще ни одной вещи не нашел. Нашел, конечно, кубистические вещи, метафизические вещи, импрессионистические вещи, но вот школьные, студийные я не нашел. И, честно говоря, даже особенно вот не проявляю вот к этому какой-то вот интерес. В каталогах их нет. И, конечно, я бы хотел еще два слова сказать о том, что мне было это настолько важно и интересно, вот проехаться и исследовать творчество Моранди, что мы отправились с супругой вот 97-м году путешествия по Италии, и были в музеях Рима, в галереях Рима, и в Сан-Марино, где была большая персональная выставка Моранди, и, конечно, в Болонье, где есть его персональный музей, то есть ателье, спроектированное в муниципалитете на третьем этаже, и персональные залы Болонского музея. Поэтому еще в Венеции, конечно, были на выставке, которая тоже была приурочена какой-то дате Моранди. И отовсюду я привозил различные книги. Вот я в этот раз все книжечки вам притащил, какие есть. И акцентируюсь, вот в этот раз я на самом деле на такой вот простой штуке, как афорт. Потому что, ну, в прошлый раз я рассказывал о Моранди-композиторе и о Моранди-живописце. Но мне бы хотелось вот в этот раз остановиться на такой базе, которая называется рисунком. А рисунок, вы знаете, как-то я спрашивал вот такого Коля Короткова, замечательного артиста и художника, вот что надо делать, чтобы все-таки вот живописцы начали, наконец, писать хорошо. Он так подумал, говорит, надо им преподавать афорт. Действительно, афорт такая потрясающая. Мне даже кажется, афорт и гравюры вообще, и рисовая гравюра, и гравюра на дереве, гравюра на линолеуме, шелкография, силография. Вот. Это какие-то такие вещи, мне кажется, очень базовые для образования. Мне жаль, что у нас вот нет этого, не преподается. Я факультативно обязательно это сделал, потому что гравюра предполагает, во-первых, идеальное представление о материале, о технике, о технологии, о приемах, о последовательности, о характере создания, о работе с эскизами и о том, что вы получаете в финале. И в том числе о тех вариациях, которые мы можем сделать с оттиском. Да, конечно. Слушай, да, конечно. Если мы просто не стоим, то можно? Да, да, можно, можно. Конечно. Спасибо большое. Да. Пришли. Вот. Я думаю, что если у нас нету здесь факультатива, ведь нету
татью, да, по рисунку, по гравюре. А ведь я как вот уже слышал, многие хотят заниматься гравюрой. Обязательно надо пробовать или на гравюру, конечно, наиболее просто, наверное, ксилографию, а форт сухую иглу, работу с медью, работу с цинком. Вот. Ну и потом уже шелкографию, ну и литографию, работу по камням. Вот это, мне кажется, очень важная вещь, потому что мы там раскладываем сложные цвета на желтый, красный, синий, на доски так называемые. Мы там понимаем, как цвет, который мешаем на доске, переходит на бумагу. Мы работаем с печатниками, работаем с педагогами, работаем с тем, что уже получается после высыхания оттиска. То есть получается вот такой цикл, который производственный некоторый, который вообще нам необходим для создания произведения искусства. И работаем с тиражами, понимаем, что такое тираж, что такое уникальность, что такое авторство, копирование и прочее, 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 прочее. Поэтому вот я вот, конечно, в перспективе буду рассказывать о Рембрандте, я ошибся об артисте Рембрандте, но в этот раз мне хочется говорить и о акварелях Маранди, завершить работу нашу с акварелями Маранди, и, конечно, вот коснуться немного афорта. Афорта и, в общем, рисунка. Конечно, два слова все-таки скажу о том, на что надо обратить в рисунке, как хотелось бы, чтобы мы подошли к рисунку, чтобы вы подходили, во-первых, к образованию самих себя, потому что, как я вам уже говорил, по большому счету педагог учит самого себя. Учит самого себя, и всегда это интересно. Я вам рассказывал, что я преподаю трехлетним детям, и вот каждый день, вот эта встреча с детьми, я вот жду, потому что на самом деле каждое занятие – это открытие, и вот дети на самом деле, они дают вот эту ноту требовательности к педагогу. Они все время будут требовать, чтобы ты их вот учил. И еще мама придет и скажет, вот чему ты учил сегодня, чему ребенок не учился сегодня. У нас вообще вот это все притупляется. Притупляется вот то состояние, что каждый день мы должны чему-то новому научиться. А это состояние, которое должно быть в нас всегда до самого последнего нашего вздоха. Вот. Какие упражнения я бы рекомендовал по графике? И, конечно, надо начать с простого карандаша. Я думаю, что когда вас пригласят преподавать, то обычно пробуют педагогов, но не как вот меня уже в возрасте приглашали на те предметы, на которые никто не идет. Вот. А так тоже бывает, так, как правило бывает. Но у вас наверняка будет не так, я думаю, что вас будут как-то курировать, подталкивать, поощрять. И, как правило, дают все-таки преподавать рисунок. В начале каких-то курсов, школах и так далее, и так далее. Вот какие упражнения? Мне думается, что надо взять всю палитру карандашей графитных. Ну, как мы говорим, от очень твердых до очень мягких. И сделать пробы. Графические пробы этих карандашей. Растушевки. Вот. Такие простые приемы, на которых зиждется вообще рисование. Растушевку вы, наверное, знаете, что такое. Можно научиться плавно затушевывать плоскость, ровно, причем это очень важно, пытаться затушевать ровно плоскость графитным карандашом. Один момент. Второй момент. Штрих. Научиться ровно, как в резце, параллельно класть штрих и прямыми линиями, и закругленными линиями. Вот это упражнение надо проделывать с карандашами всей мягкости. И третье, это, конечно, растушевка или специальными такими предметиками, карандашками бумажными заостренными, или тампонами, да? А четвертое, это сочетание, когда внизу лежит растушевка, и вы штрихуете карандашом. Следующее упражнение – это наложение штриха. Вот если мы выйдем в коридор и посмотрим, мы видим, что у нас вообще бессистемное штрихование, бессистемный набор тона, бессистемная линия. Да? То есть мы вообще не задумываемся, что это такое. На самом деле вот это и есть те наши аргументы профессионализма, то, что мы можем показать зрителю. И, конечно, надо вот этим овладеть
в абсолютном совершенстве. И к этому можно добавить владение, виртуозное владение линией карандаша. Надо правильно научиться затачивать карандаш. Очень остро, где вы можете вытянуть грифель высоко, практически он у вас, ну, скажем, на 2-3 сантиметра может быть вытянут, очищен от деревяшечки вашей, остро заточен. Или наоборот, вы стачиваете его, делаете такой лопаточкой, чтобы вы могли рисовать плоско. Вот. Или наоборот, вы стачиваете его под определенным углом, чтобы вы могли менять направление. Вот. Вы берете графитные стержни разной толщины, не только разной мягкости, но и разной толщины, и также пытаете их затачивать. Конечно, надо научиться работать и пальцами, и ладонями, и несколькими пальцами, растушевывать и тряпкой, и бумагой, и карандашом бумажным заточенным специально. И, безусловно, вы должны очень хорошо владеть отдельно взятой линией. Это все совершенно необходимо. И добавить сюда можно, безусловно, вот позицию человека, я имею в виду физическую позицию, как, например, стрелок, стреляющий из лука, он учится в том числе и позиции, из револьвера также, и шпажисты, и борцы. Безусловно, как вы стоите перед бумагой, как вы стоите перед мольбертом, рисовать. Безусловно, по-разному можно и нужно, если вы берете карандаш почти у грифеля или наоборот почти у основания. Это разные типы рисования. С каким темпом вы ведете, какой получается ваш штрих, как говорится, там, волосатый, там, жесткий, мягкий, упругий и прочее, прочее, прочее. Это целая гамма упражнений. Я вот просто вам их все описал. Вот. Я уверен, что, в общем, в вашей жизни, наверное, этого не было. Вот в институте Сурика я просил вот это все проделать. И, конечно, некоторые отдельные студенты, хорошие студенты, проделали это. Причем делали довольно долго. Для себя делали. Я когда просил вот эти все опыты, как бы мне оставить, люди это не оставляли, потому что вот это все оказывалось тоже воплощением души. Вот сам материал. Сами эти пробы, они показывают человека, как ни странно. И на факультете живописи все равно мы начинали с этого. То же самое мы проделывали с красками. Исследовали всю палитру, все возможные смеси, со всеми возможными составами, с маслами, с растворителями, с лаками от матового, отсутствие блеска до яркого глянцевого блеска. Вот эти все опыты, безусловно, каждый из вас должен проделать, но не только с красным, которым вы пишете, и с карандашами, которым вы работаете на рисунке живописи и композиции, но и с вашими вот профессиональными материалами и красками, когда вы работаете с окраской дерева, металла, керамики, да, так я понимаю, и кости. Ну вот, вот это очень коротко хотел я вам сказать, и чуть-чуть просто вот буду рассказывать о Маранде, в том числе, конечно, свою личную историю, потому что без этого тоже нельзя. Вот это вот первая штука, первый каталог, который к нам попался вот в Советском Союзе, 70.